Короткие самые смешные анекдоты. Почему среди авиаторов так мало женщин? Женщины боятся залететь. Что наиболее трудное в вашей профессии, доктор? Догадаться, какое блюдо у пациента самое любимое, чтобы категорически запретить его. Встречаются два мужика. Один другому: я вчера на охоте был, ежей настрелял, жене на воротник, теще стельки в боты. Зубной в патч женщина, пациенту, настпаивая боб-машину. А помнишь, Федя, в школе ты сидел за мной и без конца колол меня булавкой? Как уберечься от СПИДа? Есть хороший способ. Надо надеть презерватив, смазать его подсолнечным маслом, надеть второй, смазать йодом, сверху забинтовать, смазать эпоксидной смолой. И главное, никаких половых контактов. Что это у тебя сегодня такой изможденный вид? Да мне всю ночь снилось, что я попал в гарем. Странно. Как только я вас приглашаю на танец, музыка начинает мне казаться намного короче. Естественно, оркестром-то руководит мой муж. Официант, тарелка мокрая. Это ваш суп, сэр. Зубной врач с перевязанным пальцем выводит из кабинета мальчика и говорит его матери: я ему только что поставил пломбу. Не позволяйте ему кусать никого другого, по крайней мере, еще 2 часа. Пьяный мужик лежит в луже и говорит: Карл Маркс умер, Ленин умер, вот и мое здоровье пошатнулось. Дедушка, дедушка, а ты помнишь ту первую девушку, которую ты поцеловал? Дорогой мой внучек, я уже и последнюю-то не помню. Детский сад только для детей военнослужащих, вашего не запишем. Как это не запишете, если он у меня от неизвестного солдата? Официант, это мясо очень твердое. Его невозможно укусить. Позовите администратора. Он вам не поможет, у него вставные зубы. Зачем на милицейской машине синяя полоса? Для того, чтобы можно было найти ручку на двери. Звонок. Алло, девушка. Для абонента такого-то сообщения. Вася, ты забыл дома пейджер. Из мегафона ГАИ, водитель трамвая, немедленно сверните к обочине и остановитесь. Почему ваш сын до сих пор холост? Он не такой дурак, чтобы жениться на той дуре, которая согласилась бы стать его женой. Комментатор ведет спортивный репортаж. И вот из-за поворота появляется японский бегун Хировата. Да, действительно, неважно, бежит. Во время операции: спирт, зажим, спирт, скальпель, тампон, спирт, 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 огурец. Папа, папа, а Америка далеко? Заткнись и плыви. 2000 год. Нобелевский комитет вручает Биллу Гейтсу сразу 2 Нобелевские премии по медицине и по экономике. Как человеку, впервые придумавшему продавать геморрой за деньги. Почему птицы летят на юг? Потому что им трудно идти туда пешком. Тост хирурга-патолога-анатома, чтобы нам пришлось встречаться только за таким столом. 2 алкаша попали в океанариум. Ходят, рассматривают рыб. Подходят к одному аквариуму и читают: рыба пила. Переглядываются: больше пить не будем. Сидит орел на скале, обкуренный. Направо посмотришь – скалы, налево посмотришь – скалы, в задницу себя клюнешь – больно. Стоит чебурашка на базаре и кричит: кому нужны сумки из натуральной крокодиловой кожи? Подсудимый: что вы можете рассказать об этом деле? Ну, иду я ночью домой. Ко мне подошли 2 и говорят: снимай шубу и шапку. Я так и сделал. С одного снял шубу, с другого – шапку. Чем отличается начинающий программист от опытного? Начинающий считает, что в килобайте 1000 байт, а опытный, что в километре 1024 метра. Фирма Microsoft начала поставки новой программы. Microsoft Bugmaker 98 – паблик релиз. Почему ты ходишь только на поминки и никогда на свадьбы? Потому что на поминках никто не спрашивает: а ты когда? Страницы 1, 2, 3, 4, 5.